Ринат Чигаев уходит в отставку. Заместитель губернатора по строительству написал заявление по собственному желанию. Указ об освобождении его с занимаемой должности с 6 ноября 2018 года подписал глава региона Владимир Сипягин. Напомним, в октябре губернатор уже фактически оставил Чигаева без работы, распределив его обязанности между другими замами. В регионе нарушают требования лицензии и неправильно обращаются с опасными отходами. Прокуратура области проверила, как предприятия и организации региона соблюдают законодательство, связанное с обращением отходов первого и второго классов опасности. Всего в 2018 году выявили 110 нарушений. В суд направили 2 иска, внесли 54 представления. 38 должностных лиц привлекли к дисциплинарной, а 26 – к административной ответственности. Большинство нареканий у прокуратуры вызвало неправильное хранение использованных ртутных ламп и ртуть, содержащих отходов. В числе нарушителей только во Владимире оказались детские сады, школа, роддом и несколько городских больниц. Закроют для ремонта. ФКУ «Продор» Москва-Нижний Новгород предупреждает автомобилистов о перекрытии М7. В ночь 7 ноября на 154-м километре федеральной автодороги в черте города Лакинска будут монтировать пролет надземного пешеходного перехода. Работы займут несколько часов. С часа до 4 проезжую часть сузят до 2 полос, по одной в каждом направлении. Транспорт будет двигаться со скоростью до 40 км в час, а в 2:30 движение на участке полностью перекроют, правда, всего на полчаса. Еще одно ограничение движения. Завтра, 7 ноября, коммунальные службы ограничат движение по улице Урицкого. Это будет связано с запланированными работами по обрезке аварийных деревьев. Они продлятся с 9 утра до полудня. Перекрыта для проезда и улица Офицерская. Там застройщик прокладывает к новым домам коммуникации. На время работ власти предлагают воспользоваться путями объезда по проспекту Ленина и улице Разина. Прокладку коммуникации планируется завершить в течение недели. Суздаль вошел в топ-5 малых городов России, популярных для ноябрьских путешествий. Рейтинг составил один из российских сервисов бронирования жилья. В среднем туристы приезжают в Суздаль на полторы ночи и тратят на аренду жилья более 3000 рублей в сутки. В эти праздники для самых длительных турпоездок отдыхающие выбирают Карелию, для самых коротких – наш город-музей. При этом аренда жилья в Суздале оказалась самой высокой по стоимости, а дешевле всего отдохнуть получится в Крымском Бахчисарае.